Так, только что записал обзор на произвольную программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну, я бы, пожалуй, так по номинациям расставил. Самая яркая презентация сегодня – это снова Маша Копичникова. Самое яркое платье – это Лера Литвинчева. А самый яркий прокат – ну, вот здесь Полина Солнцева, но в то же время Лера Лукашева, особенно вторая часть программы, тоже смотрелась захватывающе. А так немало было хороших прокатов сегодня. Но вот те, что были бы похожи на «Метель», которая сегодня в Москве идет, это вот, пожалуй, Полина Солнцева и Лера Лукашева. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там.